На контроле у губернатора старшиня гомельского облвыканкама Геннадий Соловей провел сегодня прямую телефонную линию. Одразу четыре звороты тычились водозабеспечения. Жыхары агроградка Коммунар Будакашалевского района оскардились на якость воды, якая с кранов иде с пяском. Геннадий Соловей доручил разобраться с проблемой. У трех остатних выпадках люди наракали на низкий тиск у трубах, звонили сельской мясцовости. Тут усе тлумачится просто. У сезон полива у великий расход воды, отсюль и слабый напор. Гомельчанка поскардилася на шум у ночи от будовництва шматповерховки на скрыжаванні проспекта Кастрычника и студентского проезда. А кроме того, подъезд до соседних дворовых территорий стал незручным. Сапраўды, дискомфорт от работ был. Гэты дом повинен быть сдаден у эксплуатацию у бягучем годе. А тому будовники працевали у три змены. Литерально два дни тому перешли на двухзменный график. Галоўная крыніца шуму – вежевый кран. Будет с понять працу у 23 годины. С подъездными шляхами проблему так само вырашить у самый ближайший час. Действительно, у нас произошло закрытие проезда к трем домам, но значит, строители организовали проезд с другой стороны. Сегодня дано поручение, чтобы эта схема объезда, скажем так, которая временно в текущем году будет действовать, значит, она будет предоставлена во все оперативные службы, скорая помощь, милиция, значит, райгаз, все службы, чтобы понимали оперативно реагирование, куда они могут заехать к этим домам. К завершению ввода этого объекта, конечно же, будет выполнено благоустройство этого дома и ближайшей прилегающей территории. Как правило, мы делаем с посадкой и деревьев, и установкой детских площадок. Поэтому это будет как бы для всех очень даже и хорошо. Телефонавалі жыхары в области не только с проблемами и пытаннями, але и с подяками. Увогуле за три годины на прямую линию поступило 35 звонков. Кожны з тых, кто звернулся, атрымае отказ. Самое вострое пытанне Геннадий Соловей узяў под особистый контроль.